В Красном зале Ленинского мемориала открылся необычный арт-проект «Мелодии далеких миров». Он связан с космосом, но не имеет никакого отношения к космонавтике. Все картины буквально пронизаны загадочностью и таинственностью. Проект представило творческое объединение магии и искусства из города Тольятти, куда входят молодые современные художники. Откуда возникают образы? Они формируются постепенно, складываясь из того, что увидел, услышал, что-то запомнил. Постепенно это все формируется в образы, и в силу того, что я приверженец классической живописи, это воплощается в таких классических композициях, ну, с помощью сюрреалистических стилей. Работы художников, выполненные различными технологическими и художественными средствами, отражают их видение мира. Выставка создана в широком спектре направлений авангарда – сюрреализм, символизм, абстракционизм и экспрессионизм. В некоторых работах мы видим влияние Ван Гога, Клода Моне, в других – Дэмьена Хёрста, Джексона Поллока. Я больше слушаю цвет. Никогда не знаю, чем закончится некоторая абстракция. Она может писаться и несколько лет, слой за слоем. И цвет подсказывает, он ведет сам. Тут больше отражение внутреннего состояния. Познакомиться с мелодией других миров можно до 30 октября. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.